Мы возвращались в метро. Я чувствовал, что мне в нем уютнее, спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона там были друзья. Слушай сюда. Станция под контролем братвы, но неправильной. Если мы не найдем моих корешей, лучшее, что мы можем, это быстрее отсюда светить. Я помню эту решеточку. Надо просто... Черт, я не пролезаю. Ладно, ты тут обожди. Первый пошел. Все норм. Кто такой? А ну-ка, посветите мне тут. Опачки! Кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок Бурбон. Да ты базарить научился. Молодца. Давай, мне к пахану нужно, у меня к нему дело. К хозяину? Ну, конечно. К хозяину, так не хозяину. Куда ж тебе, как не к хозяину? Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли! Закончим позже. Двигай, да, Бурбон. Двигай. Много себя хороших знакомых завел за свою яркую жизнь. Везде его встречают очень тепло. Глянь, он там ничего не забыл. Что-то шмоток его не видать. Ага. Да нет, тут ни хрена, только крысы. Ладно, тогда снялись. Что-то подзастрял я тут. Поменял? Молодец. Что-то они сами друг дружку мочат. Ох, какой баг эпичный. Еще один эпичный баг. О, какая вещь! Вы посмотрите, какая вещь! Вот это другой разговор, блин.
Братаны! Прижать! Нормально? Ну ладно. Валю. Давай, что такой... Какой-то трэш происходит на самом деле. Так. Это я возьму, спасибо. А чёрт! А чёрт! Да шоу у тебя все. Держи гранату, лотчок! Норм? Норм. Так, это я заберу. И это я заберу. Так, мне, так я понимаю, туда вот надо идти. У тебя что, обычно? Обычная дробанка. Надо же, раздобыл себе нормальную пухолку. Наконец-то. И деньги не пришлось тратить. Чё это? Калашек. Это я возьму. Надо все тут отблутать. О, подожди. Окей. Что у вас тут? Ничего? А, что-то есть. О, интересная вещь. С глушаком. Глушитель-то бы надо бы поставить, конечно. Бы. Прикинь, видел чувака, которого они сейчас поймали? Нет. А кто это? Давай, давай, подходи по одному. А я тут подожду. Попали. Давай вылазь. Прижал черт этого, пацаны! Ах ты, сука, пацана завалил! Да я не специально. Поменять? Нет, не буду менять. Так, а я все тут обыскал? Нет, этот трэш, конечно, тот еще. Так, здесь вроде все обыскал. С той стороны вроде тоже все. Yeah.
Это кто лошара? Братву мочат! По-моему, все. Ну, конечно, вообще. Утырки. Ну да. Так, заберем. Подпалил немножко. Ну да, больше никого не осталось. Это был самый странный бой. Ну, почему? Потому что они вообще как будто бы ничего не видят, ничего не слышат. Им насрать, что рядом с ними этого товарища их валят. Что-то тут. Это ни хрена. Зачем тогда это сделали? Так, может быть, что-то вот здесь, кстати, может быть. Со снайперкой. Да ты чё, с коллиматорным прицелом? Серьезно? Это серьезно? Давай, давай, заряжай. Охренеть. Так, ну чё, всё, нормально, пошли. Кого ты притащил с собой, ублюдина? Отвечай, гад, или башку снесу. Это Одноглазый или Гомокон? Артём! Чё за... Мочканули Бурбона. Можешь опустить свое оружие, юноша. Конечно. Так я тебе поверю, ё-моё. Но ожидаемый финал для таких, как он. Мое имя Хан. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Коллеги этого несчастного сейчас появятся тут, а я предпочел бы избежать нового кровопролития. Я возвращаюсь к Тургеневской. Здесь, на Суховской, влажновато для моих старых костей. Если предпочитаешь разделить судьбу своего товарища, разумеется, можешь остаться. Нет, не хочу. Что ж, мудрое решение. Появление Хана стало для меня полной неожиданностью. Хотя и чувствовал, что кто-то помогает мне из тени, когда я сражался с бандитами. Хан сказал мне, что я не виновен в гибели Бурбона. Но мне все равно было жаль моего первого напарника. Ладно, погнали. Даже крыс нет. Они знают, что мы здесь. Подойди поближе к трубам и вслушайся. Только не слушай слишком долго.
Ой. Некоторые называют это пением тоннелей. Другие считают, что это инфразвук, который воздействует на подсознание. Я знаю этот тоннель, а он знает меня. Пойдем. Пойдем. Будь внимателен. Это очень опасный тоннель. Прошу тебя, друг мой, не выключай свет. Иначе нам придется остаться в тоннеле. Замри и смотри вперед. Не думаю, что слово «кто», мы должны обойти их. Не прикасайся к всему этому. Ну, давай обходим. Я вообще сосредоточен. Ну-ка, что за заметка? Призраки. Где ты? Какая боль. В сторону, Артём. Этот тоннель переживает свое прошлое раз за разом, вот уже долгие годы. И те живые, что попадают сюда по ошибке, становятся частью прошлого. Идем же. Смотри вперед. Давным-давно тут бушевала жестокая битва. И защитники все еще удерживают оборону. Ступай за мной, но не отходи ни на шаг. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай Какой. Ахалай, махалай, лески, масяски. Я предпочел бы, чтобы это осталось нашей тайной. Это немного личное. Я был с ними, когда они погибали. Я был единственным выжившим. Мы сотворили с нашим миром страшное, неповторимое. Мы уничтожили не только материальную его часть, но и тонкую, невидимую. Атомные взрывы испарили информационные поля, в которых размещались рай и ад. Душам некуда деваться теперь. И даже после смерти человек остается в метро, в этих трубах. Ой-ой. Давай, мужик, притопи, ё-моё, а то...
Че тут у нас? Блин, что-то я с него ничего взять не могу. Это печалит меня. О, что-то есть. Патрончики. Что, надо открывать вот это, нет? Вот это вот надо открыть. Ой. Я, если честно, немножко это самое. Проклятие. Этот несчастный из Тургеневской. Кажется, положение там становится все хуже. Идем же. Идем. Сосредоточься. Не лажу. Ты чувствуешь? Оно приближается. Да? Это редкий талант. Так пользуйся. Замри. Страшная вещь, да. Но на самом деле она не злее, ну, скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. Так, подожди, я хочу вот сюда сходить. Тут что есть? Будь осторожен. Да вроде нету. Ой, блин. Блин, у него есть аптечка, так давайте аптечку. Что-то это идет? Чудовище возвращается. Порвали. Чудовище
неплохо. Ладно, идут, идут, идут. Не в ту сторону. Давай отмахаемся. Вроде отмахались. Норм? Будь наготове. Вмешиваться не стоит. Круто. Вот так оно и происходит. Живой пример. Ну, погнали дальше. Ни у кого ничего не... А, что-то есть еще. Патрончики. Спасибо. Прыгай на дрезину. Тоннель впереди должен быть спокоен. Мы доберемся быстро. Конечно, прицел на дробовик это мощно, блин. Только совершенно бесполезно. Дел, у тебя благородная и важная миссия. Но думаешь ли ты, что люди Пулиса смогут помочь тебе? Или тебе просто больше не во что верить? Скорее всего, второе. Тебе не нужно отвечать. Не будем убивать животинку. Заброшено. Все, кто мог, бежали оттуда, спасаясь от безжалостных чудовищ. Хан привел меня на Тургеневскую, проклятую станцию. Ее жители были обречены, но боролись за выживание до последнего. Станцию снова атакуют. Пойдем, Ерош. Защитникам может понадобиться помощь. Хан! Сюда! Очередная атака? Да. Они прорвали внешнюю оборону. Тут все, кто выжил. Не надеюсь уже дожить до завтра. Откуда ползут чудовища? Как обычно. Из левого туннеля. И из перехода тоже. Мы отправили туда группу саперов, но они не вернулись. И взрыва не было. А больше нам некого послать. Ты хочешь изменить судьбу своей станции, да, Артём? А с этой станцией судьба еще более безжалостна. Мы должны помочь. Найди останки саперной группы. У них должна быть взрывчатка. Зайди в левый туннель так далеко, как сможешь. Установи мину и беги назад. Что касается перехода, его уже пытались обрушить, но упыри, похоже, прорыли себе путь. Там где-то есть гермоворота.
постарайся закрыть их или взорвать. Я останусь с уцелевшими. Если тварей окажется слишком много, замани их на наши позиции. А ладно. Найти бомбу, найти способ заблокировать переход. Ладно. Пойдем искать бомбу. Так, а это правый туннель-то вообще так-то, да? Это что это у нас тут такое? Типа бомба? Быстро, блин, уходят патроны, просто ужас. Так, теперь я так понимаю, да, мне сюда. Это вот и есть левый туннель. От меня. Ага. Тот самый, да? А, вот переход. Да ёпта, твою мать. Порвёт мне сейчас, а. Да, да издевательство просто. Вообще не могу попасть. Он прыгает, как сайгак. Это просто было издевательство. Сейчас по новой сделаем.
крайней мере, попытаемся. Есть у вас еще какие-нибудь тут эти штуки-то? Нет? Нету? Плохо. Так, переход. Найти способ взорвать. Тут. Ты издеваешься. Я ж тебя в упор... Я ж тебя в упор расстрелял. Всё, жесть какая. Так, вот это вот похоже, да? Типа того. Норм? Норм. Они, конечно, странно прыгают. Большая битва за маленькую станцию выиграна. Дальше я не пойду. Я нужен здесь. Тоннели обрушились. Если ты все еще собираешься в полис, тебе придется идти в обход. Отсюда тебе дорога прямо до Кузнецкого моста. А потом придется идти через станции, принадлежащие или красным, или фашистам. Пойдем. Кузнецкий мост — независимая станция. На ней у тебя не возникнет сложностей. Другое дело коммунисты. Они там строят прекрасный новый мир, но старыми методами. Все прелести государства строгого режима налицо. На Кузнецком мосту разыщи моего знакомого, Андрея, мастера. Скажи, что от меня. Он тебе поможет. Ой, чуть меня так кроет-то тут. На. Храм надежды. Даже в нынешние времена мы не можем избавиться от вещей, которые делают нас людьми. Вот и все. Забирайся. Помни, все зависит от тебя и только от тебя. До встречи, Артем. И удачи тебе.